Hallo alle zusammen. Unser Kanal ist zweisprachig, auf Russisch und Deutsch. Und Rezepte findet ihr unten auf Deutsch und Russisch. Macht doch einfach mit. Всем привет! Сегодня мы будем делать греческий салат из капусты. Для этого нам нужно будет 1,5 килограмма капусты мелко нарезать или натереть на терке. Сейчас я натру и потом вам покажу как. Потом нам нужно будет вот такой вот Siebenkräuter Essig называется. Для тех, кто в Германии живет, он 5%. Он самый хороший для этого салата. Вот его нужно будет нам полстакана, стакан 250 миллилитров. Потом я сегодня возьму рапс-эль, тоже полстакана. И полстакана сахара. И 1 столовая ложка соли. Это все, что нам нужно для этого салата. Сейчас натру, потом включусь дальше. Мне пришел на помощь мой муж. Он трет капусту. Вот на такой терке, смотрите. Вот капусточка. Вот такая хорошенькая, миленькая получается. Видите? Так, теперь капуста уже натерта. Теперь мы включили, я включила печку. И нужно вот это все вылить сюда. Это рапс-эль, это растительное масло, сахар, соль и эссих. Эссих, как это? Эссих, как по-русски будет? И уксус, да. Вот. И теперь это нужно довести до кипения, развести хорошо, чтобы сахар и соль хорошо-хорошо растворилась. И потом мы просто капусточку зальем этим всем и помешаем. Эту капусту ни в коем случае нельзя мять, только просто размешать. И прямо вот этим горячим всем зальем и помешаем. Знаете, этот салат хорош тем, что он может стоять неделю в холодильнике спокойно. И каждый день можно делать его другим. Вот я, знаете, как делаю? Беру, например, немножко такого салата, туда натру морковочки и болгарский перец, огурчик. В общем, что, на что у вас есть настроение, то вы можете туда добавить, размешать, и он всегда вкусный и каждый день немножко разный. И вот так вот просто вот этот капустный салат мы очень-очень любим. Он как раз вот то, что надо. Вот если в греческих ресторанах кто бывает, обычно подают такой салат, просто капустный, он такой белый-белый-белый. Вот это он. Так, ну что, у меня тут оно уже все растворилось. Еще немножечко. Сейчас. Сейчас вот так вот размешаем, зальем, перемешаем все хорошо, попробуем, чтобы хватало все. Ну, вот это как раз этот рецепт, в нем все хватает. Вот как если вы сделали точно так же, как я говорю. Если вы возьмете другой уксус, он немножко будет, ну как, не такой вкусный получается. Не знаю почему. Но mit Siebenkräuter Essig получается очень хорошо. Так, ну что. Теперь я залью это все. Вот, смотрите, он уже у меня прямо закипел. Я вот так сейчас залью. И ни в коем случае не надо мять, а то он будет много до соку, и он будет потом, эта капуста, она будет такая мягкая, знаете, не очень хорошая. А так она будет жесткая. Так, уже не остыла, можно помешать. Так. Вот хорошо размешать, не мять. И все, и салат готов. Сейчас я его переложу куда-нибудь. Вот смотрите, у меня как раз получилось вот такое ведерко капусты. Поэтому я делаю всегда из 1,5 килограмма капусты, как раз одно ведерочко получается.
рецепт я получила от моей знакомой поварихи, от Анечки. Аня, спасибо тебе большое. Фамилию не называю. Спасибо. Хороший рецепт.